Всем привет, друзья, канал Масолимп. В работе у нас Mitsubishi Outlander. Автомобиль приехал к нам обработать днище. Показываем конечный результат, что у нас получилось после обработки. Видите, максимально обрабатываем поверхность. Обрабатываем мы непосредственно только кузов. Никакие силовые рабочие агрегаты мы не трогаем. Толщина данного компонента достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Остается нам собрать на место пластик, который закрывает днище, и дать машине отстояться где-то около 3 часов. Лишь только после этого автомобилем можно пользоваться. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!